15 мая, в День семьи, в музыкальной школе нашего города состоялся фестиваль-конкурс «Музыкальная семья». Это традиционное ежегодное мероприятие, проводимое музыкальной школой Десногорска, всегда пользуется большой популярностью как у зрителей, так и у конкурсантов. В этом году в фестивале-конкурсе приняли участие 10 десногорских семей. В их исполнении звучали произведения Моцарта, Родригеса, Рыбкина, Макроусова, Крылатова, Энтина. Веет с поля ночная прохлада, с яблым цветом летает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Жюри под председательством специалиста Комитета по культуре и молодежной политике Елены Александровны Иванькиной оценивало выступление конкурсантов по пятибалльной системе. Ализа Харин, исполнивший с мамой Ксенией Игоревной сразу два произведения, был отмечен жюри как самый юный участник конкурса. Сестрам Садовниковым, Александре и Софии вручена грамота за верность конкурсу. Семье Владимировых за волю к победе. Третье место разделили семейные ансамбли «Сотовы», Жадановых и Симоненко-Парамоновых. На втором месте сестры Акопян, они и Евгения, Андрей и Алена Гавриленко с мамой Еленой Владимировной. Первое место завоевали Артур и Татьяна Григорьевна Захаровы. Гран-при фестиваля конкурса и «Золотая лира» вручены семье Холманских, Инне и Александру Павловичу. От души всех поздравляем!